Аграры завершают сельгасработы на полях. В области засталось убрать усяго 2% бульбы у Будакашалёвским и Гомельским районах. Усяго у регионе накопано свыше 100 тысяч тонн. Средняя урожайность 198 центнеров с гектара. Самый высокий показчик у Ельским районе – 272 центнера с гектара. На другие месцы Будакашалёвский, на третьем – Ветковский. Цибуля на палетках региона убрана полностью. Цукровые бураки застались на 10% площади, морква – на 20%. Так само аграры завершают уборку кукурузы.